Всем привет, ребят, с вами снова я, Вастатозавр Рекс и... Андрей. В общем, ребята, мы остановились на этом моменте, поэтому давай. Так. Вот, короче, когда я вот здесь вот буду, ты нажимай привет. Раз, два, три. Ой, извините, рано прыгнул. Бля, реально рано прыгнул. Впрыгнул. Да. Сорян. Сейчас мы все исправим. Или ладно, я тогда сам буду сейчас. Ну-ка. Там же, типа, нужно... Я буду тренироваться, ну-ка, вот так и... Блин, что ты делаешь? Не время спать. О боже. Оу, ши, бегу, беги. Полный пипец. Я ненавижу эту часть. Оу, ши, бегу, беги. Щит хреновый. Жирный кот хреновый. Да кто там? Так, мне тебе помогать? Не-не-не, вот это я мизинчиком мою. Да это наконец-то! Ну блин. Только сейчас он камеру прошмундует. Нет, 50 тысяч на помойку. Заветная правда. Да-да-да. Ай, бля. Когда хочешь избавиться от лично 50 тысяч. И короче, ребят, знаете, я даже не знаю, как мы будем это проходить, особенно когда я вот сейчас, я же буду с ним... А, да-да-да. Туда, да. Мы сейчас это, я сейчас буду это снимать, как бы все. А знаешь, Никита, самое хорошее, мы же нормально настроили, я, в принципе, без камер могу увидеть там все. Да, блядь, куда надо, туда. Так нет, ты мог без камеры увидеть, когда... А, хотя ты и так сейчас видишь. Ну да, мы же так нормально... Кто там, блядь, шумит, а? Бегает жирная собака какая-то. Хорошо, что мы настроили какой-то свет, что прям видно. Так понимаешь, чтобы у тебя было вообще все видно, тебе нужно тогда, знаешь как... Тебе нужно вообще на полную, а мы немного снизили ее. Да и так видно же. Ну и как сказать. Страшно вырубай. Опа, он тоже воурайдер, наверное. Он чуть меня напугал, потому что я не знал. Вот реально бывают моменты, когда я забываю. Вроде знаешь, я полностью знаю игру, но бывают моменты, где я забываю. Допустим, вот этот, блин. Ну то же самое, Никита, у тебя, да, вот это? Ну бывает, да. Бля, камеры нет, у меня привычка. Я хотел вот это нажать. Тут нет камеры. Обходи ее, короче, нужно обходить ее. Камера, 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 камера. Камера. Найдите способ попасть на третий этаж. Здорово, пацаны. Чё, пацаны, аниме? Странно, что они на тебя сразу не напали. Ну ладно, им, наверное, чё, было... Чё, пацаны, аниме? Наверное, было удобно, чтобы ты взял сначала камеру. О, она ребит, ребит. Ну, а псих сбунтовался что-то. Камера ребит, она еще раз билась, дурак. Погнали, ёпта. Куда ты идешь-то? А, они все равно эти ебланы не за мной, да? Это просто музыка играет. Бля. Сейчас они за тобой придут. Да, вот они здесь. Охренеть. NPC, оказывается, умные. Как-то так... О, вот съебись. Танец. Ура. Так, камера, надо поменять батарейку. Нет, еще нормально. Вот долбоёб. У меня вот камера сломалась. Не, показалось. Да, показалось. Так. Вкусно. Так. Блин, не туда, не туда. Так, куда я, откуда я пришел? Из жопы какой-то ты пришел, по-моему. Погодите. Вот отсюда, нет. А, я вот, спрыгнулся. А, страшно, вырубай. Ну, здесь нормально, потому что все я настроил, чтобы все было видно. Слышь, а у меня такой вопрос. Вот если настроить на всю пол, на прям на полную... А нахрена нам камера? Мы же и так, в принципе, все видим. Не, я пробовал. Там некоторые места темные. Может, это специально и разработчики сделали. Но ведь они добавили, типа, яркость на полную. Да блядь, эти прыжки, ёбаные. Подожди, а ведь ты прыгнул туда, ты упал вниз. А что бы было, если бы ты не вернулся? Это где какая-то, как, это какая сцена вообще в области? Я не знаю, я не посмотрю, там, что это за место. Да, походу, это херовое место. Может, ты опять вот эти генераторы надо искать? Блин, скорее всего. Там же много этих пробелов было. Только не говорите, что будет сохранение, где я бегаю, если вот этих.
Ну, все в порядке. В смысле? Спасибо. Фу, блин, я обосрался, я думал, то, что нужно. Я тоже чуть-чуть. Прыжки, ёбаные. Блять. А, по ту сторону двери, да, понятно. По ту сторону двери. Ну, прям вот, как в Сланди Тюбисе. Ну вот деградант, блин, а. Сломал камеру дорогую. Очень как. Ёбаный блин. Да. А что было, если мы туда побежали? Так вот я умер бы, я пробовал. А, ничего себе, ты пробовальщик. Так и другие пробовали. Ой, блин. А, или так надо, да? А, туда надо. Туда. Да? А, да, сюда. Или погоди. Да, сюда. Или... Бля, туда надо. А, бля, я подумал. Я просто там же, мы видели Мартина, вот там, где бегал. Ну да, ну да. Лишь один выход, лишь один. О, бля. А я думал, мы это с косоглазой. Какой не выйдет. А ты знаешь, что ты инцидент? А так надо. А, сейчас мы будем от крыса Уокера бегать. О, бля, сохранение. Очень все глючно будет. Ну простите, у меня просто компьютер, когда сохранение, типа другая миссия, она прогружает эту миссию. Вот сейчас будем бегать от Криса Вукера. В смысле? Да. Я тебе говорю. Вон та жирная собака. А куда надо бегать? Вперед, по-моему, нужно прям бежать, чтобы... Блять. Сейчас опять будем долго проходить-то. Это тоже трудновато. Или не сю... Как он тебя увидел, эта жирная собака? Давай. I'm ready. Вин Дизель. Он тебя потерял. А, я понял, это... Ой. Вин Дизель на меня падает. Вот сюда нужно было, короче, я дебил, это... О, привет. А я тебя знаю. Привет. Вот я дверь приоткрыта, приоткрыта, вот сюда, да. Вот сюда, лей, бля. Лей, бля. Быстрее, бля. Отлично! А, вот, да. Миссия выполнена. Извините, ребята, что я кручу эту камеру, как дебил. Это врожденная... Врожденный дефект. Врожденный дефект дебила. Понял, соси. Мы приближаемся к концу. О, здравствуйте, мисс компания Рифлэйн. Ну, какой мужичок. Вон отсюда, мне ничего не надо. О, а это наша первая миссия. А что, все дома, что ли? Все, мы закончили игру, надо просто туда... А, хотя нет. Разбить окно и кипаться. Самоубийца, чтобы это не было, этого места, чтобы забыть. Забудь и прощай. Бля. И ведь выбраться нельзя еще. Куда надо-то, блин? Туда, походу, дело, где дверька. Вот сюда, да. А, тут уже все, начинается вот это вот. Кинотеатр. Это он. Я должен сказать тебе. Ключ к дому бога в театре. За светом. В театре. За светом. Посмотри фильм. Там он оставил карточку. Ясно? Друзья. Дети. Мне нужна ваша помощь. Где вы? Да, иду. Я иду. Бля, теперь надо... Какой добрый и приятный психопат. Все прям сказал в подробностях. Хотя... А там же будет еще одна капсцена. Ой, не капсцена, а сцена с Крисом Уокером. Я все время путаю капсцены со сценами обычными. А вот эта музычка мне нравится. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Куда она? Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вот это на пианино. Да, ее псих поет какой-то. Сколько? 9 минут? Уже. Возможно, сегодня будет быстрое прохождение. Но мы вообще хотели растянуть ее на 2 серии. Ну, не знаю, как получится. Или может это, когда я будем в церкви, мы закончим эту серию? Да, наверное. Да. Надо прыгать. Между прочим, у нас даже крови нету. Да зачем ты? Я думал, там вот это... Ладно. И тут псих. Ой, есть, блин. Кстати. Вот. Опа. Это он, кстати, на пианино играл же ведь. Да, красиво. Попросите, продолжайте, маэстро.
Так. А, это же тот, который я в канализации вот выпустил, у меня это скример был. Угу. Ну они все похожи. А, вот кинотеатр. Ёб твою мать. Ты думаешь, это смотреть фильм, да? Интервью записано 27 декабря 1985 года в основном в Синей Мексике. Допуск Сьерра Альфа, объект Рудольф Верх, 14866. Кадры настоящие. Что тут написано? С пленкой ничего не делали? Так все равно надо. Никакого обмана? Так просто немножко не видно. В июне 1943-го вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. У полдесятка испытуемых начали развиваться опухоли мозга. Да. На вскрытиях я так сделал, чтобы было видно. Что опухоли были твердые, как свинец. Это их убило? Не могли бы вы объяснить, почему результаты не могут быть воспроизведены в США? У меня есть теория. Моя родина в те годы... Вам сложно понять, что мы чувствовали. Во что верили. Ну, третий рейх. Тот всепоглощающий страх. Третий рейх, Вторая мировая война. И английских слов недостаточно. Это больше, чем надежда. Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Так вы утверждаете, что для эксперимента требовалось... Близость смерти. Неодолимое безумие. Только те испытуемые, которые познали достаточно страха, могли активировать двигатель. Вы считаете, у испытуемых появились сверхъестественные способности? Нет. Вы полагаете, они столкнулись с чем-то сверхъестественным? Нет ничего сверхъестественного. Тогда что же это было? Вы говорили, что проект Валидер — это врата. Куда они ведут? Фильм закончился. До свидания. Так, теперь надо туда. Куда? Сейчас. Туда, туда. Пи-пи. Тебе нужно найти верники. Один выход. Спасибо, мужик, я не знал. А, и здесь еще братья появятся. Ну, я их обойти легко. Я вот помню, вообще их не встретил. Но музыка играла. Тут, в принципе, видно, не надо камеры. Ебанутый, блядь. В смысле? Ну, нельзя открыть. Чё ты музыка? Или это музыка в смысле то, что Майлз обосрался, что ли? Да, да. А, вот, спасибо, мужик. Ну, я-то не обосрался. Просто, знаешь, в чём прикол? Все там говорят, что, типа, не страшно. Просто, знаешь, когда, допустим, вот если бы я играл в наушниках, это, я бы поставил нормальную громкость. Я бы, наверное, испугался не от скримера, а от того, что слишком громко вот эта музыка, типа, взззз. В уши долбит. Да, вот поэтому страшно, блин, я немножко шугаюсь из-за этого. О, заебомба. О, привет, собаки. Все, давайте. Все хуйня, короче, поснимайте по-новому. Все хуйня, короче, снимайте по-новому. Все, можно обратно. А теперь куда? А, там же туда, в обратную, полностью, в обратную. Да, сейчас мы встретим двух жирных ублюдков. Сюда, не открыла. Забыли, так о, сказать. О, блин, я подумал, это батарейка. А, тут документ. Документики. Тело, документики. Сейчас. А, ну тут, в принципе... Блин, ладно. Я думаю, как-то можно попроще убрать. Бля, тут братья будут, братья наших меньших. Братья наши, ой. Ёпти. Точнее, один брат. А, так все, он просто пошел куда-то и все. Все, до свидания.
Все, теперь церковь, здравствуйте. Кто-то вот это полностью, всю серию... Ох, спасибо, что не надо прыгать. Да. Тут достаточно прыжков. Так. Помню, вот здесь. Теперь будем... Когда закончится церковь, мы будем здесь бегать. Отлично, теперь еще нужно будет побегать от Криса Уокера. А, вот здесь, короче, я все вспомню. Когда мы будем бегать за Крисом Уокером, мы должны... За Крисом Уокером будем бегать. А, не-не, он за нами будет бегать. Мы получим ключ, за нами будет бегать, и вот мы до сюда должны. Да. Ну, короче, отец Мартин нам даст ключ. Да, точно. ЛПА, ЛПАНА. ФБА, ЛПАНА. Тут батарейка, я вижу, да, батарейка. Блин, куда ты, что ты делаешь? Села батарейка. Чё? Ну, блин, я хочу экономить батарейки. Сколько? 9. Да все равно это уже конец. Ничего не будешь говорить? Я помню, он что-то... А, не говорил. Ладно. Да ладно, у нас даже 9 батареек, ты чё? Хотя ладно. Просто вот это, что такое, вот это вот. Кто это сделал, а? Какая жирная тварь. А я знаю... Так. Молись мне. На колени. И сам на колени встал. Семки есть, я их найду. У него лысая башка, не трогай его. Лысая башка, да, пирожка. О, на пианино. А я, да, рояль. А не, как это там? Рояль кони, блядь. Опа. Щель. О, еще один молец. Жирный. А, это еще вот, помнишь музыку, вот это, когда вот отец Мартин, это вот это... Самоубивается. Вот да, это. Да, да. Ага, да. Вот это вот тоже мне нравится. О, батарейка. Опа! Полностью, смотри-ка, ну-ка. 10 из 10. Кстати, а ты знал, что тут можно еще и до 11, 12, все это. Круто. То есть бесконечно. Че? Не сюда. А, я помню, там надо вот это открывать. Во. Кто-то выпрыгнул к херам. А вот если сюда... Прикинь, если сюда выпрыгнуть, типа, придется проходить все заново прям. Я проверял, ты умрешь. Сдохнешь. Да. Смерть. Я когда проходил, я тоже хотел теорию пройти, это проверить. Вот я вот прыгнул, я сразу сдох. А. Вот все. Здравствуйте, гондольеры. Вот сука, блин, заебало. Смотри на меня. Чмошник. Вот вы оба, вы все говно. Говно, да, говно должно говорить громче. Мы говно. Здравствуй. У них тоненькие кусочки. Мой отец, Илья. Опа, ключик. Да ни хера. Тебе больше ничего не угрожает. Я исправил лифт. Он внесет тебя в свободе. Мы все будем свободны. Нет, мой сын. Ты там сказал, нет, мой сын. Да, мне тоже показалось. Ну ладно. Гори догорай. Жопу открывайте, пидоры. Жопу подтирай. Все, давай, короче, вот, наверное, здесь закончим. Сейчас. Будет сохранение. Знаешь, тогда выпрыгни, где Крис Уокер, и мы с... все. Ну вот я говорю, вот здесь закончим все. Итак, ребята, мы пока что закончили. Сейчас будем снимать вторую часть. Всем пока. Ждите вторую часть.